back in ETV. Всем привет! С вами Balcony TV Санкт-Петербург. Меня зовут Аня, а у нас на террасе отеля «Три моста» гости из Москвы. Привет, ребята, группа Hospital. Добрый день. Как дела? Прекрасно. Расслабились? Да, более чем. Готовы петь, играть? Да, мы сыграем нашу новую песню, которая называется «Louder». Отлично, слушаем. To pretend that I can't, 'cause it's so loud, yes it's so loud, oh it's so loud. My heart's beating so loud that I can't hear your voice. I'm overdosed by every single word. Of the breed, like friends in need. Don't you worry, it's not real. I know this bitter memories that are reflected on your face. It's an endless story of death and glory. Heart's beating so loud that I can't hear your voice. I'm overdosed by every single word you said. I can't read the signs, but I would like to make my choice. Спасибо вам. Расскажите, это же непривычное, да, звучание группы Hospital? Да, обычно мы так не играем. Обычно у нас еще 15 человек на сцене. Серьезно? Нет, это шутка. А серьезно, сколько еще у вас человек на сцене? Что они делают? Нас всего четверо, и, в общем-то, довольно стандартный состав, который делает, по крайней мере, старается делать не совсем стандартные вещи. Здорово. А расскажите, где можно вас послушать? Мы есть, в общем-то, во всех топовых соцсетях. ВКонтакте, в Фейсбуке, на SoundCloud, на iTunes. Концерты даете в Москве и в Петербурге? Да, да, играем. Вот у нас завтра будет еще один концерт в Питере. А часто приезжаете к нам в город?
Я думаю, не очень. Нет, хотелось бы чаще или нет, и слава богу? Нет, приезжаем, когда это нужно всем. Здорово, ну спасибо большое, что приехали. Вам спасибо, и нашли время к нам зайти. Здорово так и атмосферно сыграли на нашем прекрасном балконе. А, и спасибо отель «Три моста» за прекрасный балкон, собственно. Увидимся снова скоро, пока-пока. Back in ETV.